Отец у меня художник хороший был, от него, наверное, я стал художником по не от матери, я, наверное, так думаю, что музыкальные таланты какие-то вдруг, если есть, то, наверное, от нее. Ну вот так и жили себе. И вот, там каких-то деталей уж. А еще дальше, глубже, не знаешь? Глубже это куда? Ну там, прадедушки, дедушки. Прадедушки? По материнской линии что-то помню, были композиторы, а был один композитор даже. Сейчас я точную информацию не могу сказать.
Но с музыкой было очень много связано. Одно, помню. Бабушку свою, к сожалению, не увидел, она рано умерла. Вот. Мир музыки вас, получается, матери? Ну, я не знаю, но я думаю, что да. Ну, как-то приучился я от матери, конечно. Музыка звучала в доме всегда. Вот, классическая, часто, чаще всего. А учились? Нет. Я наслушался просто всего. Учиться я уже... Я же до 20 лет вообще, в принципе, был равнодушным, потому что мне это не нравилось. И только где-то вот к 20 годам вдруг я взял гитару, ну, как это обычно бывает, во дворах там начали какие-то первые рок, свои любимые рок-музыкантов стали повторять, там, перепевать. Таким образом я вошел как бы в круг, ну, в рок-музыку, скажем так. И потом уже постепенно как-то стал более серьезно, что ли, заниматься. Но это все так... Интересная очень техника игры. Ну, она такая... Наверное, это как-то с народной связано, все говорят, это как народный уклон. Да, я очень любил народную музыку, сейчас поменьше. Но как бы основные образцы музыки, да, мне вот это любимое, это послевоенная песня и народная песня. И это как бы в основе, ну как бы для меня это некий гарант, что ли, я очень люблю, я на этом как бы, может быть, вырос. Ходил в кружок хоровой, когда пели все это. А потом уже как бы рок-музыка, она как бы, ну, скажем так, она, это наше время, мы как бы развиваемся в этом. Я ушел в это немножко. Но я пытаюсь как бы вот соединить какие-то, какую-то мелодику, да, стройную, которая мне ближе всего, с какой-то современной такой музыкой, авторской. Ну, как-то так вот. На дисках у тебя вообще тихо. Дисков у меня нет, я не успел их, то есть я их продал. Я имею в виду, что на записях у тебя там диск, ну, в смысле, техно такая музыка. Ты имеешь в виду, вот такая фагитара? Там просто у тебя компьютерные эффекты всякие. А, да, ну, как бы... Совсем другой. Вот я искал, я просто записывал дома, там, или у друзей что-то записывал, там, микшировал, там, какие-то звуки накладывал. Я очень люблю эксперименты. Ну, пока что это, да, там, группу пока я не смог найти, что-то желающих мало. Как это вот так, я развиваюсь очень медленно, наверное, в плане реализации я очень такой тормозной. Но, слава богу, такие клубы, как Дождь, вот, постоянно встречаемся, просто какие-то новые свои мысли, идеи, все, что есть на душе, я, в принципе, здесь вот пою всегда. Свои наработки, и главное, что это востребовано здесь. И как бы это такое. И сейчас для меня на первом месте живые выступления просто. Так вот. Ну ладно, я спою тогда. Точнее, Дождь — это не клуб.